Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и мы в игре Sons of the Forest. Друзья, я вам покажу, где находится бинокль. Для чего он нужен, мы тоже посмотрим. Мы находимся на краю карты, как раз он находится бункер, и тут находится могила, где можно забрать дробовик. Там у нас находится пещера, где взять акваланг. И как раз тут, на берегу, такой маленький заливчик, если увеличить карту. Сверяйтесь с моей картой и найдете быстренько. Он лежит как раз вот здесь, на каное. Мы его подбираем. И также здесь есть еще одежда. Ее тоже можно подобрать и потом использовать для наших друзей. Для чего нужен бинокль? Это, конечно же, нужно подняться на гору повыше и посмотреть уже вдаль. Ну вот, не забудь поставить лайкосик, написать комментарий, и увидимся в новых роликах. Все предметы есть, которые в моем канале, смотри в описании. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.